Ну ладно, еще одну. Такая тоже очень такая. Было написано несколько песен. Хотя я очень положительно отношусь ко всем вероисповеданиям, христианцам в том числе, но за державу обидно. И вот когда Ной эвакуировал всех животных, и одноклеточные тоже, и вот появился монолог вируса иммунодефицита, вернее, монолог заразы. Потому что я понял, что вирус не может быть мужского рода, должен быть женского, как минимум. Поэтому такое вот зараза и появилась. А вокруг твердят, что я спит даю. Ой, нет культуры у вас пока еще. Называйте меня немезидою или рогом, мечом карающим. Поначалу в это имя я встречал, но змей помог, все наладилось. Расплодились людишки, пошли дела. Все грешат, я признаюсь, мне нравилось. А вокруг кричат, как бороться с ней. Ой, ну не чудите, ведь все известно вам. Спи один, и пусть все будет окей. И учти заветы Отца Небесного. Бога я не пойму, твою мать, жесть Содом и с Гоморой понравилась. И не надо потопы устраивать, я прекрасно сама бы справилась. Я заразою буду редкою, в новый мир принесу наказание, и меня не угробишь таблеткой. Ну, что поделать, такое призвание. Ладно, вижу, что сейчас развернутся хляби небесные. Знаю, жизнь моя не кончается. Ой, времена пресняты интересные.